На полном ходу врезалась в Nissan в ДТП. На элеваторе ранен водитель Mazda. Mazda Demio, не соблюдая дистанцию, совершила наезд на Nissan Skyline. Да? А девушка, да, была? Что говорит? Девушка за рулем сейчас обслуживает скорую медицинскую помощь. Пострадавшая госпитализирована. Точную причину происшествия установит расследование. Шокирующее видео из сети интернет на улице Блюхера в микрорайоне Левый берег найдена собака, живот которой туго стянули проволокой. Животное зоозащитники доставили в ветеринарную клинику, где ей была оказана первая помощь. Будет собака лечиться. Доктор сказал, что естественным способом сейчас попробуем заживить эту рану. Если не получится, то какое-то операционное вмешательство будет. Так что вот пока так, друзья, будем наблюдать за этой ситуацией. Собачку мы не бросим, будем за ней смотреть. Неравнодушные горожане обещают следить за тем, как изувеченное животное будет лечить и искать ей новый дом. Другим происшествием. Пыталась выйти на улицу через балкон. На этих видеокадрах молодую женщину уже остановили от опасного шага. Следующим утром мы пытались выяснить, что же произошло. Со слов одной из жительниц дома по проспекту Пятилетия Октября, известно, что проживающая там женщина имеет малолетнюю дочь и в последнее время злоупотребляет алкоголем. У вас все в порядке было? Да. А кто эта девушка? Что с ней было? Это вы были? Да. А что с вами произошло? Ничего не произошло, просто говорю, выйти хотел из дома. Вы перепутали двери и пошли на балкон, перелазить через балкон? Ну, я не слышу вас, будьте добры, погромче говорите. Да, говорю. По словам девушек, жители соседней квартиры, они ничего предосудительного поведения соседки ранее не замечали. По словам жителей этого дома, жильцы четвертого этажа время от времени спускаются на третий по балкону. Была ли это попытка суицида или действительно люди, регулярно рискуя своим здоровьем и жизнью, предстоит разбираться участковому уполномоченному полиции. Намсарай Намсарап, Сергей Костенко, Евгений Павлов. Новости дня.